Доброе утро всем, друзья. Ну вот сегодня, смотрите, мы заводские большие окна будем делать. Соответственно, такие вот проемы огромные. Все это должно будет делаться с помощью вот таких вот этих самых. Ну и лестница. А может быть, даже рохлю придется ставить нам. Вот. А так это знаменитая НАМИ. Вот, ну, ничего не относящееся к секретам, поэтому все сегодня будем делать по ГОСТам, как положено, использовать все возможные ленты, но все вам покажу в процессе работы. Ну, за день мы спокойно должны с этим окном справиться и должны разрушить все конструкции. Вот вентиляцию тут будут полностью новую переделать. Тут видите, соответственно, ремонт зданий полностью, потолки и окна, такая вот красотища. Всем хорошего дня! Так, друзья, ну вот закончили монтаж мы одного окна, немножечко расширили проемы, вот видите, наши четверти, вот, чтобы у нас хорошо заходили наши рамы новые. Ну, соответственно, вот так вот это сейчас пока все выглядит, видите, ну вот выкинули все практически на улицу, уже до весны, я думаю, оно полежит. Здесь такие дворы закрытые, территория. Ну, вечером ждите видео, как поставим. Хорошего дня всем. Друзья, поскольку сегодня у нас ГОСТовские попросили с нас монтаж, соответственно, мы поставили вот на внешнюю сторону рамы ленту ПСУЛ. Ну, многие монтажники монтируют просто, как бы раму ставят к четверти. Ну, по сути, рама-то это такая высокотехнологическая история, там с несколькими камерами, она и так спокойно холод держит. Ну, положено, как бы, для лучшего качества вот ставить некую ленту, да, которая предохраняет от прямого контакта со стеной. Ну и с внутренней стороны у нас будет стоять пароизоляционная лента. Соответственно, мы с внутренней стороны все запеним, и вот она будет закрывать снутри там, от всяких невзгод, от, не дай бог, протечек каких-то, если кто-то затопит. Ну и все равно это получается достаточно качественно. Так что такие вот дела. Ждите вечера. Ну вот, ребят, добрый вечер. Все как получилось у нас. Откосы завтра сфотографируем, все покажем. И сегодня 6 часов выгоняют, к сожалению. Мы бы здесь и заночевали в таком месте. Всем пока.